В Северо-Восточном государственном университете отметили День студента. Александра Фоменкова учится на 5-м курсе филологического факультета по направлению иностранные языки. Девушка решила связать свою жизнь с китайским и японским языками, поскольку с детства увлекалась азиатской культурой. Александра активно занимается и внеучебной деятельностью. Студентка вместе с другими коллегами по цеху открыла концерт танцевальным номером. Самое главное – это знать, почему ты это делаешь, выявить для себя цель и идти к ней. Я, конечно, хочу поздравить всех студентов, новоиспеченных и уже взрослых, старшие курсы, как я. Хочу пожелать им терпения, старания и, конечно же, наслаждения. Студенты СВГУ – люди активные. Они и танцуют, и поют, становятся волонтерами. За время пандемии многие учащиеся присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». И все это при отличной успеваемости. Поблагодарить и поздравить студентов приехали первые лица города и области. Я вас поздравляю с вашим праздником и желаю вам хорошей учебы, творчества, настроения, ну и любви. В праздничный день студенты показали для зрителей творческие номера. По традиции лучший студент из ФГУ-2020 передал древо, символ своему преемнику. В этот раз победу одержала Александра Фоменкова. Исполняющая обязанности ректора Татьяна Брачун отметила, что решение было единогласным. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, Магаданское время.